Акзамовские чтения стали традиционным мероприятием для журналистов Татарстана. Для многих это повод отдать дань уважения метру и обсудить с коллегами новые веяния профессии. Поговорим мы, конечно, о тенденциях развития нашей журналистики, в том числе региональной, татарстанской журналистики, в том числе о проблемах. А проблем у нас очень много. Этой проблемой, наверное, цифрового неравенства в плане, скажем, освоение цифрового пространства национальными медиаресурсами. В 1959 году Флорид Акзамов закончил Казанский университет. 10 лет работал в редакциях, стал заместителем редактора газеты «Совет Татарстана». А в 1972 возглавил отделение журналистики КГУ, которым до него руководили Пехтелев и Юткевич. Это был человек безграничной какой-то любви к студентам. И вот, наверное, это качество его главное мне и передалось, видимо. Потому что я считаю, в педагогике должен работать человек, который любит своих студентов. Если он не любит и не верит в них, то какой смысл ему вообще чему-то их учить? Сегодня имя Акзамова носит 224-я аудитория Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Ну, поскольку я занимаюсь историей журналистики, у Флорида Ахметовича были труды, посвященные именно историческим, в частности, истории татарской журналистики. Он автор первой монографии о Габдулле Тукае, журналисте. Вот, и поэтому и в этом отношении я его труды, конечно, тоже изучал. Специально к мероприятию был выпущен альманах, куда вошли научно-исследовательские работы ведущих журналистов Татарстана. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.